Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Добро пожаловать на новую серию по такой игрушке, как Among Us. Заранее хочу предупредить, что серия получилась реально очень крутой, веселой и интересной. Поэтому 100% нужно досмотреть до конца. Сегодня в ролике вы увидите, как я решил повторить один момент, увиденный мною из ТикТока. И у меня получилось это сделать. Это было просто гениально. Не буду спойлерить, увидишь все сам. Так что все, желаю всем приятного просмотра. Приятного аппетита, ну а мы начинаем, погнали! Так, ну чё, пацаны, у нас каточка за мирного жителя, давайте сейчас быренько пойдем, все задания выполняем, нужно определить, кто у нас предатель среди всех пацанов, но я думаю, что мы, в принципе, вычислим как бы убийцу, как бы среди корабля, мы его найдем. 100% найдем. Так, давайте пройдем в блок навигации, выполним задание здесь. Но, кстати, возможно, я просто каждый раз, когда играю в Among Us, у нас 10 человек. Сейчас у нас 7 человек и при этом 2 убийцы, поэтому, возможно, играть будет тяжелее. Ну и КД на килл, соответственно, также идет дольше, поэтому, возможно, нет. Так, Джонни, давайте посмотрим. Так, я наблюдаю за тобой, я просто наблюдаю за тобой. Не переживай, я тебя убивать не собираюсь. Я просто за тобой смотрю. Так, ладно, пошли. Я надеюсь, что ты не предатель, потому что иначе он меня сейчас просто убьет. Смотрите. Только попробуй. Только попробуй, засранец, меня убить. А куда это мы пошли? А куда это мы пошли со мной? Давай, 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 давай. Мне, кстати, почему-то кажется, что мы уже можем найти труп. И, возможно, меня сейчас убьют, но я надеюсь, что нет. Так, давай. Я боюсь, блядь. Джонни, ты меня боялся сейчас, да? Ебать, двое уже было. Уже двоих убили, чего? Подожди, а кто с кем был сейчас? Короче, смотрите, это точно не я, точно не Джонни, потому что... Вы где были? Что? Я хромакей. Кипиш на корабле. А где труп нашли? Вы где были? Вы зачем так рано запустили? Я тут в итоге просто стулья убирал сейчас, хромакей, вся вот эта хрень. А вы сказали, типа, запускайте. Зачем? Ну, блин, лол, у меня в итоге просто... Ладно. Мы знали про твой стол, я такой, блин, что? Зачем это? Я еще сказал, погодите! Не было. Ну я же сказал, голова. Ася, ты где нашел? Дайте я у вас спрошу. Кофе, вы с Джонни где были сейчас? Право, с блоки навигации. Я стоял, Джонни, хорошо, там, чтобы это, он меня не... Все, это знатвел Рома тогда. Чего? Я в электричке не нашел. Не, подожди, Ася, ты какую-то ерунду начинаешь кидывать. Ты вот сейчас реально... Я, короче, за знатом. Сам начальник же Рома сказал, что, кого, типа, это ему, либо мы начали, он удивился, либо ему... Я удивился тому, что вы начали, типа, нахрена, у меня свет не включен, ну, типа, серьезно, у меня хромакей не опущен, у меня стул стоит под хромакеем в итоге. Я в электричку зашел, но Рома стоял вот где склад, вот где коробки именно, просто стоял вот этот. Да, но потому что я все настраивал. Там такая херова туча забрала, что я в шоке. Ну, Аси мог тоже, в принципе, убить и сразу на трубку. Мог, базару нет. Короче, ну я за знат кину, но знат 100%, но вот у меня вот прям под подозрением. Хоть я его ни разу не видел. Это вот ты сейчас меня в управлении видел, не видел ни разу. Видел я? А, видел реально, кстати. Ой. Мутимся тогда. Ну я надеюсь, что мы выкинули сейчас реально правильного предателя, но по сути. Если так подумать, то мы бы сейчас остались 2 на 2, у нас 2 предателя, поэтому игра бы закончилась. Поэтому, по сути, мы приняли правильное решение. Так, у нас взрыв реактора, сейчас, Джонни, не беги, пожалуйста, только без меня, я тебя прошу, иначе они тебя просто убьют, пожалуйста, не надо. Это же верная смерть, не беги туда, не надо. Сейчас спорим, найду труп Джонни, либо еще кого-нибудь труп. Так, ну Аси выполняет задание, окей, давайте выполним сразу вот это задание, хотя мне почему-то кажется, что... А куда? Я не знаю, может я проморгал, Справа. Все, раз, два, три, четыре, пять. Все, задание выполнено прекрасно. Well. Но я никого не вижу. Ну, блин, вряд ли. Нет, 100% не Джонни, потому... Не закрывайте меня. Так, стоп. А что это закрыли, кстати? Погоди. Спорим сейчас, чей-то труп найду. Так, Аси. В медпункте у нас никого. Может быть, сверху кто-то здесь? На всякий случай проверю, потому что там реально... Окей, ладно, и там тоже никого. Стоп, странно тогда... Так, ну Джонни стоит, деактивирует. Джонни, погнали вместе. Давай. Пошли. Не, ну слушайте, когда на самом деле так мало людей играет, это вроде и в ту же самую секунду и сложно, и тяжело. И нету кого? Нету Рома. Где же Рома у нас бегает, а?
И снова закрыли у нас двери. Так, так. Я подальше встану специально. Я специально... Не. Я уже много раз проходил через это. Вот мне как раз таки нужно дойти в блок электричества. А, и вот Рома пришел. Так, и чего, и кого, и куда. Ладно, в любом случае мы будем играть вместе с Джонни. И типа мы можем доверять друг другу. Там, нас еще свет рубанули. Блин, там сейчас убьют кого-то же 100%. Погнали туда, давай, давай. Только не говорите, так, Аси выбегает, Джонни выбегает. И здесь никого. Хм. Но нету снова Ромы. Не знаю, давайте я на камеру встану, посмотрю, может что-нибудь... Ну понятно, ну понятно. Теперь все понятно. А я говорю... А, как это вы выбежали оттуда? Да, вот это я тоже хотел сделать. Прости, Рома. А? Что? Ничего не понимаю. Да. Никакого Аси я не убивал. Эх, вы. Это был самострел, я не при делах. Ладно, ладно, я понимал, что вы меня подозреваете. На самом деле, реально, все очень плохо получилось, потому что как я сделал первое убийство? Я хотел, типа, ну, вы запустили, я такой, бляха, муха, зачем вы запустили? Просто первый килл сделал по первому попавшемуся и пошел. Я думал, вот сейчас выйдут и сразу спалят, ну, типа, чтобы не играть в это. Почему я первый попавшийся? Я фиг было стоять, где надо. О, боже. Зачем вы побежали туда? Я хотел труп закрыть со всех сторон, его закрывал как мог. Думаю, ну, закрыл? Ну, я закрывал труп, вы же не на труп сейчас бежали. Вы сейчас, блядь, просто прибежали на круглый стол. Ну, так, а я, мы, я, типа... Я просто трупы видел это на камеру. Логично, типа, да. Слушайте! Да. Ну что ж, друзья, прямо сейчас я вам покажу момент, когда мы вычислили предателя супер гениальной тактикой. Это произошло у Джонни на стриме, и я решил по приколу позвонить Джонни. Мы просто играли уже несколько часов, и у нас уже просто не было сил. Надо было как-то разнообразить свою игру, поэтому я решил просто по приколу позвонить Джонни и спросить, мирный он или нет. Когда я ему позвонил, мне сразу же в голову пришла идея, почему бы не повторить момент из ТикТока, когда убийца подбегает к жертве, убивает ее, а за ней выбегает большое количество людей. И как только я вспомнил про этот видос, я сразу же предложил Джонни повторить эту идею. Я ему позвонил, мы об этом договорились и решили встретиться в блоке с электричеством. И что происходило дальше, увидите прямо сейчас. Я реально не ожидал такого. Да, брат? Нет. Сейчас. Да, да, я могу, ну, этот, на громко включить? Давай этот электрощитки в угол. Давай, туда. Давай. Все, после этого звонка мы встретились и просто стояли на одной точке друг к другу. Это было палевно, нас было видно. В общем, смотрите, что получилось. Молчи, Гандан. Просто молчи. Это был стенд. Просто молчи. Ёбаная матрешка, блядь. Что произошло? Мы, короче, я Джонни позвонил во время катки, говорю, Джонни, давай друг к другу встанем просто и вот специально, чтобы нас убили. Это сработало. Ебать, много. Так мы все там стояли. Я не знал, что мне делать. Не, ну типа да, да, я понял. Вдвоем стен подбегает, убивает. Бля, я не знаю, как этот знак успел добежать. Каков шанс, что в этой катке это произойдет? Вообще, понимаете, я по рандому просто решил позвонить, спросить, ты мирный? Бля. Я еще сейчас, знаешь, сердце было, когда 4 секунды оставалось, никто не чинит, блядь. Да. Понимаю, ребята, понимаю. Погнали выполнять задание, погнали. Давайте сразу встанем вот здесь вот. Мы стоим и выполняем задание, не привлекая внимания. А зеленая шкала заполнится или нет? Знат мог спалить то, что я отбежал от задания и у меня не заполнилась шкала. Вот теперь задание заполнилось, отлично. Так, окей, побежали сюда к щитам. Надо, короче, убивать 100% первого стента, надо убить Толю, и тогда у нас, возможно, игра типа как раз-таки это. Так, ладно, все, пошлите. Ну, я уже, наверное, походу спалился с того момента, что я супер быстро выполняю задание, и типа это супер странно. Я не знаю, что делать, потому что реально играют какие-то киберкотлеты, вообще против которых, которые 100% будут перекрикивать и так далее. Почему зеленая шкала вообще не заполняется? Так, все, ну я выполнил задание здесь. Погнали. Джонни, побежали. Все, так, отлично. Вот сейчас, кстати, надо было просто сделать килл в толпе. Реально.
Ааа, я... Заметьте, я снова прибежал на это задание. Все, да не, я уже миллион раз спалился. У меня уже все просто пошло не по плану. Все, хватит тянуть резину, пора реально кого-нибудь убить. Блин, какая убить сейчас андроида, потому что он единственный, кто... Ой-ой-ой-ой! Ну почему на кубах все? Да. Ну, бля... Почему? Что? Это где было? Где-где? Подожди, а как андроид мертвый, если он за репорт? Он мертвый? Стинтик мертвый. Стинтик мертвый. А почему? У меня крестик просто на андроиде тоже. У меня только один крестик. Чего? Бак. Это не бак. Стоп, андроид, а ты в итоге живой? Нет, нет, это он не живой. Бак. По идее, ты можешь сказать, где ты спалил труп, но не можешь говорить, кто тебя шлёпнул. В смысле, ну, его ладно, тоже может... убили, но... Не, он не может, он пусть не говорит тогда уж. Но это баг игры, тут нету правил очевидных, потому что с тем же успехом можно считать, что он раньше репорт нажал, чем его убили, поэтому... Да, я... тут пинг, короче. Ну, типа, я лично... если репорт сработал, поэтому пусть он скажет, где он нашел труп, где но он не нашел говорит, труп, кто убил. Но не говорит, кто убил, да. Андроид? Андроид. В... ну... Медпункте, короче. Спасибо за полезную предсмертную информацию, дружище, просто лучший. Так, короче... блядь, вот на камерах просто исчезают нахуй, я не знаю. А кто сказал, что у него крестик на андроиде стоит? Что? Кто сказал, что почему у меня крестик на андроиде? Типа, он же умер. Да, кто первый это... Это я сказал. Да. Асир, хорошо. Берем на заметочку карандаш. Не, я сказал, нет, я спросил. Нет, я не сказал, двоечка в журнал. А у кого еще крестиком андроид был отмечен сразу? У меня только Стин крестиком отмечен. У меня тоже, Макс. У меня только Стин. Да, да. А знаете почему так? Почему? А потому что только у трейдеров отмечается крестиком в таком баге. Нет, 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 нет. Да ладно, я вкинул. Толя, не пали меня, пожалуйста. Сейчас мы Бля, ну, давай, ну это скип, мне кажется. Ну туда, наверное. Тут самый нормальный это кофе, он все задания делает, кого я наблюдал. Знат для меня подозрителен. Знат для меня подозрителен, на самом деле. Не, не надо, не надо на меня гнать. Просто ты со мной в электричестве был. Я не помню, где я был. Вообще. Блять, вот тут вообще. И Мортал тоже подозрительный. Я помню, ноль подозрения, я выполнял задание. Просто Мортал вкидывает меня сейчас. Вот по дефолту так происходит. Новичок приходит, все вкидывают новичка. Вот запоминайте ники. Я вам говорю. Душите его. Я не спалился, чего? Прикол в том, что меня засейл сейчас НАТО, он сказал, что я делаю задание. Да, просто скипайте. Не, подождите. А вот это уже интереснее. Я объясняю. Я увидел репорт кнопку, вижу коричневый труп, оказывается, это андроид, бля, я не знал. Я думал, как это в ночи? Прям в столовой. А прикиньте, случилась такая хуйня. Аси сзади подбегает, чтобы убить андроида. Андроид репортит труп, и Аси его убивает, типа. И вот такая. Да, я сейчас об этом и подумал. Нет, блядь, это бред на самом деле. Я все еще беру Аси на карандаш. Это уже два карандаша. Аси, либо бак. Два подчеркивания, блядь. Пишу, блядь. Аси, каким образом? У тебя мы видели, что ли? У тебя репорт появился, несмотря на то, что ты, типа, не был в медпункте? Нет, сейчас смотрите, у вас не было трупа, что вот снизу, нет. Вот именно стола? Нет, вот потому что он только у того, я кто был удивился... перед смертью его в бане. Не-не, я еще удивился, что почему, откуда, типа, это появилось. Кто вначале убил, я думал, кто-то из вас просто, убил. Тут просто... не по... Нет, это случилось моментально, то есть игра это сделала, не Ати нажал на кнопку репорт, а игра да, моментально это запустила. Игра, да. Поэтому... Так, и что вы делаете? Да. Большим фломастером. Бля, вы руфлите. Огромным жирным фломастером. Так. А я думал, так, ну это Джонни. Что? Джонни. Так Джонни, мы так скипаем. Понял, я все, тебя. Можно новичка Джонни, убирать. И Мортал я тоже понял. Я не понял я сейчас. Я вообще не короче, понимаю, не что надо происходит, понимать. Чуваки. Это супер странная катка. Но как раз таки тем самым, что когда мы засейвили, точнее, когда мы запутали всех, мы можем сейчас оттащить спокойно. Все, я снова сделал типа задание. Надо сейчас убить Толю. Надо убить Толю, надо убить Джонни. И все, и тогда это наша катка, 100%. Давайте типа задание с кубиками сейчас попробуем сделать. Давайте сделаем сейчас саботаж. Как раз таки у нас все побегут. Все, у нас зеленая шкала заполнилась, я задание выключил. Так, задание... Да, побежали втроем. Нам надо сейчас даблкил сделать как-то вообще по-хорошему. Мы
Вот, и... Так, а здесь... А, сверху все, да. Все, я бегу, 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 бегу. Так, а тут... А, тут деактивировали все. Окей. Так, я надеюсь, что Рома убил сейчас как раз-таки того, кто остался там. Так, здорово. О, блядь, блядь, блядь! Егорчик, куда ушел? Куда ушел? Куда ушел? Куда ушел? Я? Да. Вправо. Куда вправо? Ну, вот это получается... Справа от электричества. Ага. Короче, комната с коробкой огромной, типа я вправо шел туда к связи. Что-то да. Как-то не уверенно. Кто-нибудь ее увидел? У меня просто, знаете... Не, ну типа, я видел... Туман войны, я вижу люк, нахуй, анимация люка, блядь. Ну я последний раз видел в электричестве, перед тем, как пошел чинить. Я за ним пошел? Блядь, что я сделал? Ну я видел, ты зашел в электричество, проверил, нет ли за мной трупа. Так. Вот, потом я побежал направо, ну а ты тоже куда-то побежал. У меня сейчас вкид, ну не в то, что вкид, типа просто спрашиваю Рома и Immortal, почему вы так долго не чинили, типа? Рома с нижней частью? Я починил. Я забежал в пункт управления, Рома сразу выполнял задание с карточкой. Я тебе больше скажу, я даже запомнил код, типа там что-то 5-2. Это понятно, все видят, это все. Олеж, а вы бежали к саботажу вместе с НАТОм? У всех код разный, если что. Мы бежали с ним вместе, я бежал с тобой. Ну, с реакторов. Я на секунду забежал в комнату с управлением, посмотрел, там стоял Рома, выполнял задание. Там же труп в итоге. А где труп? Труп. Так, а потом, а ничего, что я потом прибежал к вам сразу? Ну, а на самом деле я тоже видел, что оставался с белым черный последний, на самом-то деле. Как бы потом побежал наверх. Отлично, если меня туда сейчас допрашивать. Ну, я просто был интересно, как ты его так кинул. Я знато видел только сверху, в столовой справа, ой, слева сверху. Кто видел Егорку помимо Джонни? Не. Лес рук. В смысле, меня видел как минимум кто-то, кто выбегал. Я видел тебя в управлении со знатом. Почему ты говоришь? Я, если честно, и Джонни, по-моему, очень. В управлении меня? Я не был в управлении. Джонни где-то был. Где-то. Мы с ним были в реакторе, когда только... Да, где это саботаж, я, блядь, уже просто стою. Короче, я надеюсь, что меня никто не ёбнет, когда... Короче, мне осталось одно задание, зайти в медблок. И там уже пробирки, я уже нажал, мне просто нужно аномалию выявить. Я могу с кем-то бегать. Давай, Джонни, со мной бегай, со мной, со следующим. Хорошо, давай, трейдер. давай, я понял. У меня два задания, Wi-Fi закачать, и все, я свободен, блядь. Мне два задания. Убить двоих чуваков, да? Так, окей. Почему двоих? Всех? Хорошо. Надо срочно кого-то убивать. Я вообще могу сейчас сделать гениальный мув. Я могу сейчас просто бегать на самом деле вот так вот просто и наблюдать. Я могу сейчас убить Толю, но и скинуть все на Егорчика как раз таки. И вот и все. И тогда это будет, в принципе, по сути, это, возможно, будет гениально. Давайте просто посмотрим вообще на это. Так, мы все стоим в толпе. Надо убить Толю сейчас, что он выполняет задание. Но мы типа все вместе бегаем сейчас, и давайте сделаем саботаж. Пошлите. Так, Толя остался один, выполняет задание. Они уже почти все задания выполнили, нам нужно убивать. Нам нужно просто убивать сейчас. Ну чё, мы все тут стоим вместе? Не, нам 100% нужно сделать сейчас даблкил, иначе мы проиграем. Рома, пожалуйста, убить, пожалуйста. Убей, да убей, Рома! Ну, все видели это кофе, да? В смысле? В смысле, я убил, алло? Я не видел, я на камерах. Я в этот момент на карту смотрел. Вот специально, да, сука, убили. Я сука, кнопку S ставлю, говорю. Джонни, ты нам задание осталось. Чего? Я что? Я как раз... Ну хорошо, а кто? Ты с нами стоял, кто его убил? Ну, смотри, с нами был Аси, с нами был Рома. Рома говорит, что он смотрел в карту. Аси говорит, что он стоял на камерах. Ну, получается, ты. А ты куда смотрел? Я смотрел, вообще, что происходит, я просто, типа, не ожидал этого вообще увидеть. Угу. Короче, кофе кикайте, съебали. Не, это не я. Егорчик, это не я. Да, почему ты можешь объяснить, почему я? Олег, я в смысле, почему ты? Мы стояли в толпе. Стоп, во-первых, свою защиту скажу, что Знат с самого начала игры сказал, что я бегал, выполнял задание, он это подтвердил. И если бы я был предателем, мне не было смысла бы убивать единственного человека, который может подтвердить того, что я выполнял задание. Это раз. Ну не факт, что ты убил Знат. Подожди, Егорчик, но в предыдущей раунде, это тебя тоже подозревали? И ты сейчас вкидываешь сразу. Ну, а что мне делать, если так произошло? Тут по эмоционалу раскидаю, когда на вас гонят убийца,
и вы не говорите, что типа, ну вы 100% знаете, что он убил, когда все заняты. Но Олег этого не делает, он не вкидывает в Егора. Я говорю, что я не ожидал увидеть, потому что мы стояли 4 человека там. Понятное дело, я не буду ожидать. Бля, я спамил кнопку R нахуй, чтобы заебать. Я не понимаю. Так глазище открыл. Какого хрена? Рома в этом, в карте, Аси на камере. Вы можете просто выкинуть нас двоих просто и все, типа. Баланс? Можно в баланс, но кофе первым. А почему? У нас два киллера! У нас два киллера! Мы проебем. Блять, ну я не знаю, ну я хуй знаю, что мне еще сказать, чтобы мне поверили. Я просто не ожидал этого, потому что нас было 4 человека на камерах, и понятное дело, ну потому что там все с тобой рядом находятся, когда ты будешь, и мы даже не в толпе стояли. Ну, как минимум, один вопрос, стой, одну секунду, сейчас быстренько. Все выполнили задание? Да. Одно мне осталось, Блять, короче, сейчас будет толпа. Спамьте кнопку R, чтобы зарепорт, чтобы не было даблкила. Спамьте мне кнопку кажется, R. Мне кажется, вторая ложка, потому что он подожди, сказал, в мапе. А что сейчас делаем-то? Бля, скипать придется. А, блядь, Егор выкинул. Спасибо, спасибо. Ну я ж, типа. Блядь. Короче, мне кажется, вторая ложка, потому что он типа так сказал, типа, то я в мапе был. Ася, это понятно, типа он на камерах был. Почти получилось! Ну, ладно, почти получилось! Ну как вот. Мне надо было, я просто не следил за временем голосования, надо было просто заголосовать сейчас хотя бы за скип, меня бы не кикнули. Или хотя бы за него. Ой, я тупанул, вот сейчас я тупанул только в том моменте, что я забыл просто проголосовать и все. А так мы могли сейчас спокойно выиграть эту катку, потому что мы бы сделали просто килл в толпе и все. И это было бы изи катка, это было бы изи катка, все. Но мы проиграли, я тупанул, я очень тупанул. Я просто думал, что ложка сделает все-таки килл и все. И, ну, в итоге не получилось, в итоге не получилось. Халява, все выполнено. Я же говорю, вторая ложка. Я бля. Просто понял, мы стояли на камерах, я думал как раз таки, что сейчас будет дабл килл, типа, что я убиваю Толю, а Рома да, убивает... слышь, прикол в том, что я реально в мапу зашел, я прям жду, когда ты киллнешь, чтобы так я тоже я нажал. Убивает, и смотрю, ты ничего не делаешь. И, я сука, убиваю. Я в карту захожу в этот момент, я реально нет, в карте на сидел. Самом деле, на самом деле, мы могли сейчас спокойно еще выиграть, если бы я не тупанул, проголосовал бы просто за него. Ну, я да. Просто не следил за временем, оно как-то очень быстро прошло, и все. Не, да, ну, да, я прям тебе поверил, ты так... А я наоборот, я понял, я игры. Бегал туда-сюда, метался, и с одной стороны... Как он меня убил, я такой нахожу труп... Как он меня убил, я нахожу труп, короче, нажимаю кнопку репорта, и он сразу меня убивает. Так тупо, понимаешь, убить, потому что ты знал, что я видел. В медблоке, короче, я бегу за андроидом, мы подбегаем к трупу, он нажимает на R, и я в ту же секунду нажимаю на kill. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась по такой игрушке, как Among Us. Я надеюсь, вам понравилось, и вы поставили лайк, и подписались, конечно на канал. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Не забывайте заглядывать туда, потому что там много чего интересного. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока!